Сегодня ровно год со дня смерти Александра Мерка, талантливого педагога, квалифицированного руководителя и основателя немецкого национального общества «Возрождение». В связи с этим на стенах областного гуманитарно-технического колледжа, которым руководил Александр Мерк, установлена памятная доска. В мероприятии приняли участие педагоги, выпускники и учащиеся, а также супруга, дочь и внук Александра Андреевича. Мы хотим почтить память его открытием этой мемориальной доски. Мы очень рады, что дело моего отца живет, продолжает жить. Мы ждем новых студентов, новый набор. Все продолжается. Нету Александра Андреевича, но жизнь колледжа продолжается.